общем, вот такая беда у меня случилась. Встретился я зеркалом с встречной машиной, и стала у меня попадать влага в повторитель. И повторитель отказался работать. Сейчас будем разбирать, постепенно покажу, и будем производить замену. Так, вот так вот выглядит изначальный вариант. Вот у нас верхняя часть держится на раз, два и по окантовке. Снимал обычной карточкой свое любимое видео. Начинал с этого края и постепенно освобождая зеркало, потянул на себя. И все. Крышка снимается аккуратно. Сейчас вынимаем фишку и вынимаем повторитель. В общем, почему-то показалось трудным и сложным этот отсоединитель достать вот из этих лепестков. Сверху вот здесь продавливал отверткой, и вот только тогда он поддался и вышел из пазы. Соответственно, вот он наш новенький. Сейчас упаковываем фишку провода, подключаем и пробуем. Вот он наш новый, и как мы видим, все заработало. Варичка работает, воротничек работает. Ну и все, и теперь все сейчас зачищу, и все в обратном порядке будем собирать. И вот что в итоге. Новый повторитель. Все работает исправно.